стоим на этой развилке, выбираем, выбираем и подсчитываем, и в итоге решаем повернуть обратно. А вот Иван Дурак, самый непостижимый персонаж нашей с вами культуры, вообще не задумывается. И такое впечатление, что ему вообще все равно, по какой дороге идти. Для него все дороги как одна. И вот он уже идет, кряхтя и спотыкаясь, с трудом преодолевая свою чудовищную лень. Знаете, почему он обязательно вернется? Потому что слово «дурак», если разложить его по древним славянским образом, «ду» — два и более, «ра» — сияние, свет, «к» — возвращение и привнесение, означает способность мыслить, то есть сиять в двух и более плоскостях одновременно, соединять все дорожки в одну и, возвращаясь, приносить в систему некогда утраченное.